когда выбежал, побежал, получилось там женщина лежит. Вот. Она лежала на спине? Да. Там по группам вроде требуется помощь бабушки. Сможем, если командир даст добро. Подошли к командиру, подбежали к командиру. Ну и езжайте, только смотрите осторожно, чтобы не, ну, технику безопасности нарушаем. Обнаружили пацаны, мы подъехали, она уже была в подъезде, в одеяле завернута, уже все, ребята, видать, подсуетились. А вот в ковше она как в люльке лежала? Ну да, завернута, все, пацаны сидели рядом, подстраховывали, чтобы не дай бог там что. Вся заслуга этого пацанов. Надо ну да, что они что не они, бросили, они затащили. Грубо, а так бы иначе кто бы узнал, что они там. Еще и затащили одеяло. Перелом трех ребер без смещения. Там смещения нет. Перелом луча в типичном месте и перелом носа. Все, больше других травм у нее не было. Целируется стабильно. Средней степени тяжести стабильная с положительной динамикой на фоне проводимого лечения. И переведем, да, она сейчас под наблюдением, мы перейдем ее в травматологическое отделение. Но лежать ей придется еще долго. Нет, недолго. По срокам с переломами ребер до 10-14 дней. То есть это по ее состоянию. Сам по себе же перелом носа и перелом луча не являются показанием. То, что это показанием в данном случае госпитализации, является множественные переломы ребер. И нужно понимать, что это кат-травма, то есть это падение с высоты. Любая кататравма требует наблюдений. Серафим, вчера по телевизору говорили. Да вы видели, как она лежала? Я не видела. Она мне дала ключ, я принесла и все на другой день не пошла. Да, наверное, это. Собачка. Собачка скулит. Да, маленькая. Маленькая, да. Степка, Степка. Степка. Ой, не открывай. Просто а, надо... А верхний тут... Ой. Степа, Степа. Нет, а, ты своим хочешь. Они китайские звонки. Да. Он входит, а не крутится. Вот у меня замок защелкнешь. Если я закрыла его так, нет, с комнаты, уже с улицы не это, с коридора не откроешь. Нет, да. Есть ее на этой вот, как он называется, трактор, который гребется. Дорогу чистят. Рейдер, поручик, ну. Бульдозер. Подъехал и на ней на этом ну, погрузчики говорят ее, да. Говорят так. Я сам удивляюсь, там даже снега с той стороны нет. Там примерно вот так всего снега, как это живая осталось. А нельзя там... никак через соседей перелезть, нет? Там балкон друг от друга. Балкон это далеко друг от друга. А вот через крышу, тем более там сейчас это я не хочу. Я даже и пытаться не хочу свои годы. Да ну сейчас скажи, я упаду. Мало того, с балкона, сейчас с крыши. Нет. Если веревка есть длинная, почему бы не попробовать? Ну нет, надо, чтобы спасать кого-то еще. Как вас зовут? Александр. Александр, может не надо? А? Может не надо? Как вы зацепитесь за шифер? Да и что? Ой, Степочка! Боюсь! Ой, иди! Степочка, маленький! Степочка, твой спаситель, твой спаситель. Чтоб ты с голоду не помер. Тем более, тем более. Да, он просто испугался. Конечно. Залез человек через балкон. Да, вставай. Ну все, забирайте.